стиль ампир, который провозгласили в Париже два знаменитых декоратора Персье и Фонтен, поддержанные гением французского художника Давида, ввели в моду женские образы, напоминающие гречанок и древних римлян. Ну, а в этой театральной ложе собрались три подруги-модницы. Самым важным мужским головным убором в ту пору был цилиндр. Дэндизм – направление, которое родилось в Англии с легкой руки Джорджа Брамела, кавалерийского офицера, друга наследника престола принца Уэльского, который стал волею судеб законодателем мужской моды повсюду в Европе.